бейджик можно мой показать. Мы находимся в салоне-магазине «Город Москва», улица Нагорная, 32, корпус 1. И у меня сегодня гости – это Оля и Настя. Мы поговорим сейчас об оборудовании, вот этом вот массажном для стоп Е5. Оля, как себя ощущаете? Вот скажите, нравится оборудование? Конечно, кайфово, я просто сижу и балдею, восхищения нет предела. Вы первый раз его пробуете? Да, первый раз пробую, поэтому довольно супер. А вообще, вот какое ощущение, вот что испытываете, когда сидите на нем? Стимуляцию испытываю, что прям все конечности вообще не чувствуются. Особенно на спине работают до такой степени мышцы, что серьезно вот теперь понимаю, что такое приравнивание в спортзале. Да, я сказала Оле о том, что 30 минут на этом массажере приравнивается к 30 минутам занятия в фитнес-зале. То есть, когда человек там качает мышцы себе, гантельки тягает. Оля сначала что? Мне не поверила, да? Как так, говорит, может спортсмен? Да, даже, говорит, если бы спортсмен сейчас это услышал, он бы просто удивился. Вот, а сейчас верите мне, да? Конечно, прибавим скорость, я вообще всему поверю. То есть мышцы работают, да? Да, мышцы прям работают. Наверняка работают. Хорошо, да. Вот. Это наше молодое поколение. Вот сейчас я хочу спросить поколение наших мамочек. Любовь Ивановна, расскажите, как вам нравится это оборудование? Супер оборудование. Ага. Во-первых, мне стало легче, у меня давление стало. Снизилось давление? Снизилось давление, супер, да. Здорово. А какое было давление? Давление у меня, даже добегало до 180. 180, а сейчас сколько? А сейчас уже 120. 120. А что-то с венами у вас произошло? С венами, да, вены это самое. А сейчас стало легче вены. Вены разошлись. Разошлись вены? Да, они стали. То есть операции никакой не надо. Никакой не надо операции. Во-первых, легкость в ногах, когда приведешь. Здорово. Просто а я, знаете, еще хотела спросить наше молодое поколение, Олю. Вот, Оля, смотри, у тебя. Вот. Продолжаем. Нет таких проблем с венами, как у Любовь Ивановны, нет? А как ты думаешь, тебе это оборудование вообще нужно? Конечно. Почему? Потому что для профилактики, нет, да? Может и профилактики, но я же знакома, я знаю, что многобойство – это жизнь без лекарств. Жизнь без лекарств. То есть ты тоже хочешь потом, когда станешь чуть-чуть постарше, чем сейчас, да, чтобы ничего не беспокоило. Наши доктора на пенсии пошли реально на пенсию. На пенсию? Да. А обычно они куда идут? Работают до 80, даже бабушке. Нашему доктору, самому взрослому, по-моему, 90 лет. И вот она до сих пор хирург, я не помню, да? В каком городе. Да. Ясно. И вот сегодня хочу рассказать немножечко вот об этой подушке. Вот, подушка-кайфушка. Мы ее называем, капелька называем. А подушка из турмалевой керамики. Вот, Лен, потрогай, пожалуйста, вот сама скажи, как она, классная? Очень. Очень классная, да? Вот всем дам потрогать. Ну, классная она не только из-за того, что вот на ощупь она такая классная. Во-первых, у нее форма для того, чтобы когда мы ложились с вами спать, мы могли сделать правильный изгиб шейного отдела позвоночника. Чтобы наша шея не сгибалась ни в ту, ни в другую, то есть в неправильную сторону она не выгибалась. И когда мы с вами спали, чтобы кровоток не нарушался к головному мозгу, потому что головной мозг, он потребляет около 30% вообще всего кислорода из нашего организма. А особенно ночью это происходит, потому что ночью там идут все восстановления, все. Днем мы все расходуем, а ночью мы все восполняем. И поэтому эта подушечка вот для ночного сна как нельзя лучше подойдет для восстановления. Потом вот хочу сказать, что классно, головная боль уходит благодаря этой подушке не сразу, не с первого раза, скажем, ну надо хотя бы неделечку на ней потренироваться, потом где-то месяц поспать, и вот все спазмы, которые находятся у нас вот здесь в мышцах шеи, они расслабляются. Таким образом, давая кровотоку спокойно проходить головному мозгу. То есть ее назначение – это уменьшение головных болей, и то есть их вообще избавляться от них. Также она восстанавливает сон. Вот турманевая керамика при нагревании, она как бы ионизирует воздух. Воздух
становится как горный, насыщенный кислородом, и наш сон, ну, когда больше всего кислорода, сон у нас просто замечательный. Вот, еще у нас одна гостья молодая, это, как вас зовут? Оксана. Оксана, да? Оксана, кто вас пригласил к нам, ну-ка быстро скажите. Меня пригласила Лена, моя подруга. Подружка, да, пригласила? Неоднократно она рассказывала. Неоднократно? Да, тех, как правильно выразить... Аппаратах. Аппаратах новейшего поколения. Угу. Совершенно немыслимо. Она мне рассказывала о том, что это здоровье, помощь организму. Ну, как бы я ее слушала, не намекала, пока она мне сегодня не привела сюда. Ага, сегодня вы первый день сюда пришли? Вообще первый раз. Ну, я смотрю, вы тут подушечка у вас для коррекции шейного отдела. Это, во-первых, вот. Очень удобно. Очень удобно, да? Да. Ага. И еще я смотрю, вы на матрасике, вот на таком вот, вот я прям покажу. Вернусь, не поворачивайтесь, лежите. У вас сильно болит спина, да? Да, у меня болит спина. Я только из поликлиники пришла. И к нам. И я вовремя пришла. Классно. Мне так хорошо. Как, правда хорошо? Я сегодня очень много. Ну, да, можно избавиться при помощи нашего оборудования. Я еще раз хочу вам напомнить, мы находимся в Москве, Нагорная, 32, корпус 1. У нас, посмотрите, сколько много массажеров, вот посмотрите, сколько много массажеров, вы можете приходить к нам на апробацию, очень-очень много. Сейчас у нас просто обед, поэтому людей у нас мало. Но мы вас ждем с 10 до 7 каждый день. Приходите.